Нередко перед нами, перед каждым потребителем возникает проблема воспользоваться услугами высококвалифицированного специалиста, который имеет соответствующую лицензию, оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, либо осуществляет свою деятельность в качестве наемного работника у юридического лица, либо пойти к человеку, который, скажем так, кустарно оказывает свои услуги. Хотелось бы всем разъяснить, что в данном случае, если вы воспользуетесь услугами человека, который не оформлен юридически надлежащим образом в каком-либо статусе, в дальнейшем вы лишаетесь права ссылаться при взыскании ущерба, возникновении каких-либо неприятных ситуаций, связанных с некачественным оказанием услуг, на закон о защите прав потребителей. Хочется напомнить, что данная сфера услуг, конечно, достаточно востребована, но нередкие ситуации, когда услуга оказывается некачественна. Это касается и салонов красоты, и оказания услуг по ремонту транспортных средств. Поэтому всех граждан я призываю перед тем, как получить ту или иную услугу, оплатить ее, все-таки подстраховаться и выяснить, на основании какого права действует человек, зарегистрирован ли он, и в дальнейшем сможет ли он возместить тот ущерб, который может возникнуть в результате некачественно оказанной услуги.